У вас когда-либо было ощущение, я трачу свою жизнь на то, я заслуживаю лучшего и работать в найме, это не предел моих мечтаний? Именно с такими мыслями 3,5 года назад я каждое утро расставляла салфетницы, работая официанткой в найме. Сейчас я выбралась из этой жопы и не тащусь по утрам в темень на работу, а встаю, когда мне угодно. И с таким же запросом недавно обратилась Настя. Она работала помощником стоматолога, но ощущала в себе огонь внутри, который хотелось реализовать. Нет другого пути, и этот путь, он мне привлекателен. Мы начали развивать потенциал Насти в онлайне, а конкретно в маркетинге, и уже через неделю она нашла первого платного клиента. Пусть не за 1 000 000 рублей, а за 15, но это первая и долгожданная победа для Насти.